да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Все святые, помянувши паки и паки, миром Господу помолимся. Сердных и освященных честных дарях Господу помолимся. Господи, помилуй. Я, когда человека любит Бог наш, прием я во святый и пренебесный и мысленный свой жертвенник, в воню благоухания духовного вознеслослит нам божественную благодать и дар Святого Духа. Помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа проси. Подай Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подай, Господи. Прочее время живота нашего в мире и покаяние не скончать у Господа просим. Подай, Господи. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Подай, Господи. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивше сами себе и друг.